Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами снова Ви и... Господи. Как же у меня, блять, бомбит. Серьезно, вот... Во-первых... Armored Warfare. Примерно... Второй месяц... У меня не пишутся реплеи. Вообще никак не пишутся. То есть вот... Скажем, тот же самый последний бой, от которого у меня как раз и бомбит. Включаем, и нет реплея. Можно поделиться, но реплея нет. Нет никакой такой функции, чтобы включить реплей. Ни в меню, ни в игроцентре, нигде еще. У меня реплеи были включены. Последний реплей у меня датируется 1 марта. Или 31 марта. В общем, в марте у меня последний реплей. Сейчас у нас май. Во-вторых, какого хера происходит с мейлом? Нет, стоп. К первой мысли. Просмотр записи, опять же. У меня вышел охерительнейший реплей на Т-14-152 Армата. Мне удалось там взять, благодаря моим союзникам, сейчас даже скажу, во-первых, Карибского Безумца первого. Это хер с ним. Во-вторых, не возьмешь. 10 мая мне удалось взять. Ну и привет Андрею, само собой. Твою мать, 10 мая, у меня не записался этот гребаный реплей. Бой вышел просто охренительнейшим. Мы с тиммейтами просто все разнесли, уничтожили весь отряд офицеров, всех просто вынесли и все задания выполнили. Но, сука, ебаный реплей не сохранился. Почему, хер его знает. Раньше была такая галочка или еще какая-то херня. Записывайте реплей. Сейчас этой херни нет. Что за дерьмо, я не понимаю. Теперь то, чего у меня бомбит. Достижение ниндзя. Вторая глава на сложности безумец. Нанеся 10 кусков урона и не обнаружив себя. Почему блядские людишки не могут понять, что если ты стоишь на девятке, на десятке, в определенных трех позициях, ну двух-трех, ладно, и никуда с них не съезжаешь, просто стреляешь, почему они, блядь, не могут понять, что ты пытаешься взять ниндзя? Вот, блядь, прямое достижение. Только что. Вот прям, сколько? 9 минут назад я пытался взять ниндзя. На Терминаторе втором у меня больше нет девяток-десяток. Блять. Какого хуя? Вот эти два долбоеба, которые на тайпе или леопарде, они, во-первых, начали меня... ну, не то чтобы гнобить, но начали наезжать. Какого хера я стою на одной и той же позиции и никуда не еду? Вот это меня столкнул, как раз когда я стрелял, пытался набить вторую тысячу. Что за блядская херня? Я ему объяснил русским языком, без мата. Да, русский без мата не ален, но все-таки. Объяснил. Так и так, пытаюсь взять достижение. Времени осталось мало, сука, помогите. Ну, без мата, само собой. Они мне ничего не ответили и просто взяли и обстреляли меня нахер. Вот к минимум по одной пульке каждый выдал. С ним присоединился вот этот мудила. Он тоже мне в хлебало дал разочек. Как только кончился первый этап, то есть взяли первые три точки и захватили мост, вот эти три придурка меня просто взяли и расстреляли ко всем херам. Плюс этот скинул мой труп еще с моста. Серьезно, блядь? Серьезно нахер? Вот я даже не буду голословным. Урон союзников 2136. Плюс эти придурки еще проебать успели. Из-за того, что они били меня. Даже не успели дойти до офицеров. Взяли только второй мост и все. Эти придурки проиграли. Вопрос, ну хули они доебались до меня? Я стою, выполняю достижение. Я наношу урон.
Хер с ним, что я стою на одной позиции. Я наношу урон. Этого достаточно. Ну хули вы доебались до меня, придурки вы чертовы. Ну я просто вот... Я... То ли я тупой. То ли... Рак мозга добрался уже до арматы. Потому что до этого рак мозг был вот. World of Tanks. Я играл 4 года в World of Tanks, я знаю, что там рак мозга. Тот еще. Особенно сейчас. Ну, блядь, я... Я просто не понимаю, серьезно. Вот действительно, бомбануло. Я очень рад. Это второе поражение у меня за последние полчаса. Насколько я помню. А, да, за последние полчаса вторая же глава, опять же. Причем в этой же миссии, по-моему, были эти же два дебила. Да, эти же два дебила были. И в первой миссии они до меня не доебывались. Какого хера они решили доебаться до меня во второй, я не понимаю. Вот просто... Неужели вам, ссаным людишкам, так нравится, когда вы... Допустим, та же самая жизнь, когда вы выполняете какое-то сложное задание, пытаетесь выполнить его раз за разом, раз за разом, раз за разом. И вот у вас уже победная серия идет, вы уже побеждаете, вы уже почти сделали. И вам прилетает кулаком в хлебало и работу забирают. Вам приятно будет? Мне кажется, нет. Хули они доебались до меня тогда? Неужели, блядь, так сложно помочь другому человеку в выполнении задачи? Помогите, блядь, рандомному человеку, и вы с ним больше никогда в жизни не увидитесь. Хера ли вы мешаете ему? Чё вы доёбываетесь до него? У меня других слов просто нет уже. Я не понимаю просто. Вот неужели настолько мир превратился в дерьмо? Ладно, не мир. Неужели Россия превратилась в дерьмо настолько? Я уже высказал по поводу правительства, по поводу этой грёбаной страны, все, что думаю в предыдущем видео. Ну, блядь! Неужели? Блядь, я пытаюсь взять это ёбаное достижение уже херову тучу времени. На голливудский таймер я даже не замахиваюсь, у меня нет людей. Никто мне не поможет. Из рандомов мне точно никто не поможет. Пусть у меня есть клан, да, но тут нихера не пишут вообще. Прям вообще нихера не пишут. Народ как будто вымер. Да рандомные игроки на этой грёбаной второй главе, ну... Блять, вы серьезно? Безумец и так сложный. Какого хера вы тратите время, нервы и боеприпасы на своих же союзников, которые пытаются взять грёбаное достижение? Блять, я просто не понимаю. Я серьезно, я не понимаю. Почему такое отношение? Почему вы не хотите помогать? Дайте мне возможность, я помогу с радостью. Разделю триумф от победы. Ну, блять. Я просто не понимаю этого. Серьезно. Как так можно-то? Зачем? Это главный вопрос. Зачем? Я, блин. Просто не понимаю, действительно. А, ну, все-таки, с другой стороны, жалко, что не записываются реплеи. Во-первых, потому что у меня были бы доказательства против этих долбоебов. При условии того, что леопард еще фиолетовым стал. Ну, а во-вторых, был бы классный бой на Армате. В 4 главе. Ладненько, ребят, всем спасибо за внимание.
Если есть кто-то в Армате из моих подписчиков, точнее, ну, не из подписчиков, а из тех, кто посмотрит этот ролик. Я, конечно, знаю, что у меня на канале больше стратегии приживаются. Тот же самый Генералис. Но, блин, может, если кто-то есть в Армате... В общем, если есть кто-то в Armored Warfare, у кого есть там девятки, десятки, пишите, ребят. Попытаюсь помочь, и, может быть, вы поможете мне, если захотите. Всем пока и всем-всем удачи.